просто не вырезал. Смердишь. А у меня там, да ты понимаешь, у меня огромный кусок конца, он просто все, там ноль, там чем. Ну звук бы вырезал и все. Ну такое. Там весь рофл в звуке. Поэтому я такой, ну пофиг. Там все равно было. Единственное, что жалко, что там не будет этой трансляции, где Доброшка заплатила 1-1-1 рубль. Ну и зря. Не, я просто уже боюсь с Ютубом ругаться. Меня в прошлый раз тогда забанили до 26 числа. Я уже не хочу с ним возиться. Я понял, что надо. Я буду спамить. Да, плохо нет модератора. А хотя нет, Хиро все же есть. Кого? Ну, Доброшка, кого-то спамить собралась. А, хорошо, сейчас забаним. Давай, бай. Нюрса, Нюрса. Ой, еще раз? Клево. Да, надеюсь, та же самая. Нет. Нет, не та же самая, это нормально, Нюрса. Нюрса здорового человека. Я в дом большой пошел. Этим строго мою смешнявку, Дрень, помоги. Так. Я надеюсь, она пупи-пап не делает. Я надеюсь, она хорошая и добрая медсестра, которая, знаешь, такая погладит по головке. Где вас медсестра трогала? Меня медсестра за пупи-пап трогала. Нет, она съела мой пупи-пап. У нас, кстати, руин на карте. Фикс руин, блин, это отстой. Поймал троник. Маслину поймал! Маслину поймал! А чё, Хекс нашел? Нет, я чиню. Хекс где-то, вот, мне кажется, Хекс где у чела. А вы чела спасать будете, нет? Нет, я сундук открываю. Желтая аптечка, да? О, нет, серая. Я Хекс руин еще. Блин, помоги, меня трогают. What is it? Кто тебя трогает? Смотри, значит, Эльдеда. Донатишь мне, я тебя спасаю. На 5 минут смогу спасти, не больше. Нам нужно задонатить. Да. Давайте задонатим 10 тысяч дрина, он снимет свои очки и маску. Очки, да. Соберем. Очки, да. Соберем. Ну, там уже, если ты очки снимешь, то уже можно по твоим глазам понять, что ты за фрукт. Поэтому давайте на очки, окей. Ну, когда у тебя вместо глаз два жировика, это да, можно понять. Ну, да-да-да, жировика. Конечно. А тотем-то кто-то снимать будет? Ну, я его найти не могу пока. Тоже его найти не могу. Нихера себе, не бань меня, я же холосый. Чё? Доброшка просит ее не банить. Ну я забаню, я плохой, потому что мне уже надоело, когда люди говорят, что я хороший, когда я серьезно говорю, вы что, смешно шутите, что ли, так? В каком месте я хороший? Мне интересно. Будь плохим парнем, да? А, или типа Пузякич у меня хороший, да? Они на это намекают, но я все понял. Погоди. Нет, я не нашел. Нюрсаф из Кемпит? Ой, меня... Я заманил от Нюрсы. Можете спасти его, пожалуйста? Может быть. Можете спасти его, пожалуйста? Я от него манил. Молодцы, умнички. Блин, какой рост вес? Сладенькие мои. 150 на 100. Угу. Ты что, скрул? Ага, Доброшка-то любит, особенно когда в первый раз. И узбечка. Узбечка в белом платье. Ладно, потом прочитаю. Ага. Я уже устал от нее мансить. Я нашел! Он на втором Ломай этаже. Он на втором этаже в башне был спрятан. Ломай быстрее, я от нее мансю. Доброшка, ты не толстый, ты многослойный. Да блин, ну сорян, я мансил долго. Давайте начнем с этого. Я сдох, конечно, но. Ну все, просто
При 150 на 100 у тебя шеи не должно быть. У меня и нет шеи. Да, я тоже все хочу шею. Да, ядрить. Текстурник-то сломали? Я сломал его. Молодец. Блин, я долго мансил. Она за мной идет. Это хорошо, я похилюсь. Хорошо, что мне серая аптечка выпала. Не, ну это, конечно, плохо, что серая, но... Я на Нигру загрел ее. А нет, она меня опять нашла. Надо было прятаться. Я геники чинить. Опа-на. Это ты за ней бегаешь? Или она? Да, она за мной бегает. Ну вдруг ты такой умный, сестричка. Знаешь, как эти старые приколы и анекдоты про то, как мужик... Оу, Нюрс! Hello, Нюрс! А, опять зачесалась там. Да блин, ну господи, почему ты не сказал, что ты от нее отмансил? Потому что я не знал, отмансил я от нее или нет. Я вообще ничего не вижу. Я вслепую бегаю. Ну всё, я сдох, до свидания. Ну, это мог... ГГ? Ну просто. Я пробел даже прожимать не хочу. Потому что это ГГ? А, она меня... Ну да. Чё? Мементо. Клёво. Чё, ну, мемами тебя тупо забрасывает? Да, она меня задушила. И нежно провела своей мертвой рукой по моему лицу. Прекрасно. It's okay when you gay. Так сказать. I'm wanna die. Не-не. I'm wanna die. Не-не-не-не-не. Hello, my darkness, my old friend. I'm wanna die. Хотя... Наверное, умереть от медсестры не так уж и плохо. Попкорн, добро пожаловать. Бро, зачем тебе маска? Авторов книг должны знать в лицо. Ну... Соберем на книгу, напечатаю себя на обложке. Кто же еще должен быть героем книги, кроме как я, кто ее написал? Он Танаки Кет. Он прячет свое лицо, он гуль. Он ест голубей. А меня ест Нюрса. Ну это бизнес. Я вижу. Сейчас твоя сладкая попка будет, так сказать, вовсе не сладкой и вовсе не попкой. Потому что сейчас ее будет съедят. Продырявленный. Ну я и говорю, что сейчас от твоей задницы не останется ничего. Смотри. Просто, ну, окей, ладно, можно было ее забайтить. Ты заруинился гейм. Единственный твой шанс это мансить около дома. Ну да. Успевай подхиливаться. Ой, блин, это была ошибка. Ошибка это моя жизнь. А, не путай с моей, пожалуйста. Ха-ха, промазал. Ха-ха, но она в тебя кемпить будет до конца. Точнее, туннелить. Так что чё тоже. Ой, привет. Ну ты, конечно, гений. Нормально. Не, ничего не говорю. Хилься. Блин, она там опять. И она за тобой. Я вижу. Баю-бай, три на глазки, всё. Закрывай. Перейдет.
Придет. Грязная наволочка. Нет, придет. Придет. Где она? Сверху. А, она выпрыгнула в окно! Лалич. Ну там надо было уже придет наша медсестра. И пропишет тебе в щит. Да не, не. Хироси, мне не верит, что у меня есть мурчало. Кто не верит? Кто не верит, вы мне? Покажи мне этого человека. Точнее, ну скажи, кто это. О боже, она промазала! Ну она сейчас все равно тебя убьет. А я тебе говорю, она за тобой только бегает. Да я понял, что она только за мной бегает. А где? Не, ну, блин. Тебе нужно, тебе отмантить еще немного нужно, пожалуйста. А у меня адрика нет, если. А, все, земля пухом. Ну все, я пытаюсь отсюда убежать, потому что тут уже оставаться нельзя. Да, я сейчас, она, наверное, сейчас будет еще полгода. На твоем бы месте я бы себя похилил. Потому что она сейчас все равно будет вокруг этих летать. Вокруг ворот. Неважно. А, понятно. Я понял. Ну, мне жалко того человека. Луня. Ой, боже, она наверх забралась. Ха! Забайчено! Байт задай то! Ой, это, шо, блин. Байт задаст то! Нет! Да нет! Да нет! Нет! Пожалуйста, нет! Ври! Ты старался как мог, но смерть подкралась незаметно. Но если ты сейчас... Акунина ед. Все равно кто-то сейчас один из вас помрет. Это канон. Но пусть будет это он, я-то заслужил победу. Или вы оба. Блин. Сейчас, тихо. Нет! Предатель! Черный предатель! Нет, не трогай меня, нет, не лапай меня, пожалуйста. Луня, просто не верь этому человеку и все. Пожалуйста, не лапай меня. Этот чел явно псих. Он просто больной. Я вижу. Я обожаю эту Нирсу просто. А она обожает тебя, да? Да. Смотри сейчас. Телепорт! Дрин умер. У нее тупо Bloodwarden! Я первый раз вижу маньяка с Bloodwarden. она замементит нас сейчас тупо. Да, да. Если сейчас не откроются врата, я труп. Не откроются. Ну, может сейчас кончится. Тут... Может сейчас кончится этим. Ну, не трогай! Малой. Кто на лаке? Просто вот скажи, кто на лаке? Она подошла, она уже левую кнопку прожала, чтобы меня убить.